Россия и Азербайджан наметили 5 приоритетных направлений сотрудничества. Владимир Путин и Ильхам Алиев провели сегодня переговоры в Сочи. Обсудили широкий круг вопросов, особое внимание развитию торгово-экономических связей. По итогам подписан большой пакет важных документов. Лидеры отметили, созданы все условия для наращивания взаимовыгодного двустороннего взаимодействия. Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяженность этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора «Север-Юг» пройдет по территориям России и Азербайджана. Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил.